Завтра вторник, а значит, в эфир снова выйдет программа «Черный квадрат». Напомним, это проект о людях, которые хорошо знакомы нашим телезрителям с профессиональной стороны. А вот чем они живут в свободное от работы время, какие увлечения и мечты, как правило, остаются за кадром. Завтрашний герой был обычным мальчиком. В школе любил биологию и спорт. Сегодня – потомственный медик. В 6 лет Диме довелось оказаться в Святая Святых больнице с папа-хирургом и стать свидетелем операции по ампутации руки. Зрелище не для слабонервных, тем более для ребенка. Но, как говорит сам герой, ощущение было неоднозначное, но отвращение не вызвало. Наверное, тогда в подсознании и возникла мысль пойти по стопам отца. Итак, новую серию проекта «Черный квадрат» смотрите завтра на телеканале «Россия-24» в 12 часов и в 21:30.